Всем привет! В эфире агентство хороших новостей. Берлин – это не только столица Германии, но и мекка клубной жизни. Еще год назад около 50 тысяч человек каждые выходные взрывали танцполы города. Но сейчас в сложившихся условиях берлинские диджеи находят альтернативные варианты вечеринок. На текущий момент карантинный режим действует в Германии со 2 ноября, поэтому сейчас все клубы закрыты, но берлинцев это не останавливает. Техно-диджей Стелла Босси устроила сет прямо на улице, выражая мирный протест против закрытия заведений, при этом приняв обет молчания, и за нее в интервью говорит, видимо, робот. Музыкальная индустрия переживает кризис, и своей акцией я показываю, что, несмотря ни на что, диджеинг должен жить. А вот американский робот по имени Шимон, похоже, стал первым в мире робо-рэпером. Исследователи научили его сочинять хип-хоп-тексты и читать рэп. Зеленые лужайки, а рядом поле роботов. За ложные взгляды платим пищевым расстройством. Да, эти тексты чем-то похожи на тексты современных рэперов. Мы научили робота читать с разной скоростью в зависимости от настроения в речитативе, а еще качать головой, как рэперы. Хорошо, что такой робот не поет колыбельные детям. Зато маленьким зрителям отечественных мультфильмов, кажется, решили прививать вкус к музыке с детских лет. Ведь композитором для новых серий мультфильма «Ну, погоди» стал Иван Дорн. Что и говорить, во время карантина многие артисты пробуют себя в новых амплуа. Тем временем американский певец Пост Малоун решил сделать символичный подарок всем тем, кто в прямом смысле пошел по его стопам. До того, как установить рекорд в чарте Billboard, стать номинантом на Грэмми и набить тату на лице, Пост Малоун жил и учился в Техасе под именем Остин Ричард Пост. И недавно всем ученикам своей родной школы он отправил по паре резиновых сандалий собственного дизайна. Вот это был сюрприз! Да и вообще, когда кто-то из выпускников твоей школы стал звездой, это и тебе дает надежду на исполнение твоей мечты. Вы помните Пости с длинными волосами и брекетами? Да у него и сейчас длинные волосы. Он неплохо учился, активно отвечал на занятиях, и как был, так и остался добрым парнем. Самое яркое воспоминание о юности в Техасе – это моя первая вечеринка в местном баре. Вот это было круто! В общем, рок звездами, кажется, действительно не становятся, а рождаются. А у нас на этом все. Вы смотрели агентство хороших новостей. Всем пока! Друзья, напоминаю, что мы запустили Bridge TV Challenge, в котором можно выиграть отличные подарки и даже попасть в эфир агентства хороших новостей. Мы решили рассказать вам, как легко за 5 шагов выполнить задание нашего челленджа и получить шанс стать победителем. Шаг 1. Поймайте ракурс, при котором будет видно вас и логотип канала на экране. Шаг 2. Включите камеру на смартфоне. Поставьте режим селфи, затем видео. Шаг 3. Дождитесь ваш любимый клип, а таких у нас много, и начинайте снимать видео. Можно петь, танцевать или просто выражать свои радостные эмоции. Шаг 4. Подпишитесь на нас в Инстаграм, ВКонтакте или в Фейсбуке. Шаг 5. Выложите снятое селфи-видео в этих соцсетях с хэштегом BridgeTVChallenge и ссылкой на нашу группу. Вот и все! Осталось отправить это видео своим друзьям и пригласить их тоже принять участие в нашем челлендже.